Лозы в Шпагино привезли баки мусорные и поставили их, и, естественно, назначили оплату. Но многие люди думают о том, что они не будут платить за этот мусор. И, естественно, мусор они тащат куда? А вот сюда. Здесь вот дорога. Вчера вечером этого еще не было. Я каждый день вывожу скот и коз прибиваю на пастбище. Сегодня я вывожу, и вот уже мешок лежит, уже мусор. Здесь невозможно, просто развели вот просто какое-то свинство. И тащат эти телеги с этим мусором именно сюда. Но есть же бак, но вы вывалите туда. Вот еще вот здесь кинули, этого не было вчера. Просто-напросто растаскивают и кидают. И все это вот, вот так вот и валяется. Ну что это за свинство? Вы когда это делаете, вы вообще думаете, что вы делаете? Мне всякий раз кажется, что больше половины здесь поросят, потому что просто это по-скотски, это по-свински. Брать и кидать. Но вы отнесите в мусорный бак, который стоит пустой. Просто возьмите, отвезите и сложите туда, и вывезут его. Нет, надо кинуть, чтобы это все ветром раздуло, и все это валялось. У меня муж наступил пяткой на стекло, когда загонял коз. Он разрезал калошу, он разрезал себе пятку. Это от вот этих вот товарищей, свиней. И эти горы мусора, они так и продолжают расти. Срубают деревья, везут сюда. Ладно, деревья, вот эти вот бутылки из-под пива. Люди пьют и кидают сюда. И все это раздувается ветром. Все это дуется. Но здесь есть ямы. Ладно. Ну вы пройдите. Ну киньте вы в эту яму туда хотя бы. Если вы не хотите в бак кидать. Там ямы есть. Нет. Продолжают кидать сюда. Вот я иду по этому мусору, по этим стеклам. Вот они ямы. Видите? Сплошь и рядом мусор. Я живу здесь. Напротив. Свиньи. Свиньи, одним словом. Это ужас. Просто ужас. И зеркала, и чего только нет. Это станция Шпагина. Люди, когда вы будете умнее? Когда вы перестанете засирать свою планету?